Минуточку внимания, господа, небольшое предупреждение для тех, кто еще не подписан на мой канал и не видел моих видосов Короче, если еще не видели мои видосы про War Thunder и Armored Warfare, и вы при этом в жесткий фон от World of Tanks, и вы слабы на пердобак, выключите это видео прямо сейчас, иначе у вас есть хороший шанс бомбануть и встретить утро где-нибудь на орбите Марса. Но если у вас с пердачком все нормально, и вы способны воспринимать критику, анализировать, думать, то, возможно, даже от этого видоса на вас не зайдет озарение, и вы слезете с варгейминговской танковой иглы. Привитос, амигос, я тут что-то на днях посидел, подумал, а что это я так пилю видосы по мыльным танкам, пилю видосы по улиточным, а картошку-то, братский народ, что-то позабыл, вообще непорядок, уже поговаривают, не засланец ли я из картошки, на другие игры-то повонять, но пришло время подорвать немножко пердачки, значит, и World of Tanks'овским, значит, фанатам. Ну, хотелось бы начать все-таки с визуального сравнения, да, как я это сделал, придя в War Thunder, да, где я сказал, что у них там графика, ну, почти такая же хорошая, как в танках, после чего понял, что что-то не то сморозил, там, типа, графоний-то явно лучше у гайджинов. Но танки, в принципе, вот на обывательский взгляд, они тоже, в принципе, не отстают. Картошка, видите, игра света и тени. Ну, тени не очень играют, но вот свет, да, видно, дневной свет из окон, смотрите, вот, да, как он на броне прям вот отсвечивает, броня такая потертая, покоцанная, тут какие-то дырочки, короче, на броне, ну, вмятины видно, ну, дырки бы, если были, ну, если танк не чинить после боя, может, и дырки будут, я не знаю, вот, не играл я, короче, на постоянной основе в эти танки уже года два, за два года я заходил в игру два раза, пильнул два видоса и вышел. Вот этот пулемет над ИСом 7, вот здесь, он мне гудок велосипедный напоминает, клаксончик, ё-моё. Вот, но я уже видел, что луноходу антенну отпилили эту, вот, межконтинентальную, значит. Ну, видел я уже, да, скажу для тех, кто не смотрел предыдущий видос, видел этот новый режим в картошке, да. Это для картохи настоящий прорыв, конечно, потому что, ну, очень редко что-то такое прям случается. Какое-то такое нововведение, что прям вот новый режим, ни хрена себе, да. До этого только новый режим ввели там на те же карты, грубо говоря, те же яйца, только базу там поменяли. Вот, поэтому это настоящий прорыв, а до этого единственные прорывы в этой игре были в штанах на ленивой жопе разработчика. Значит, почему я так дерзко говорю про ленивую жопу? Потому что вот посмотрите, какой красивый танк С7, какой красивый танк Е100, да, почирканный, пошарканный. А теперь посмотрим, какой, блядь, красивый танк Е50. Ну, просто охуительный. Я считаю, что наипиздатейший танк. Я такой охуенности не видел с тех пор, блин, как в детстве танк из Лего собрал. Точно-точно такой же похожий. Ну, смотрите, вот, вот это вот на носу явно желтая деталька такая. Она в Лего там был какой-то у меня утконос, короче, собирался. Или что-то типа того, вот. Точно, вот если в желтый цвет покрасить, короче, сзади просто, я не знаю, вот эти две турбины, это слезы Ваномаса, потому что, ну, он любит полигоны посчитать здесь, хоть обсчитайся. И этому танку в этой игре, этому танку уже больше 2 лет. За 2 года, то есть почему-то именно его не удосужились покрасить. То есть как-то облагородить, сделать там, не знаю, в божеский вид. Ну что вот это такое над гусеницами? Почему вот эта херня не погнута, как она погнута на семерке, блядь, как на всех остальных танках? Хрен ли она такое говно? Но это тоже не единственное. Е50 не одинок, блядь. Он отнюдь не сирота. Вот, пожалуйста, тоже модель танка, на котором еще муха не сидела. Но краска что-то пошаркалась, короче. Ну, он не мятый, ничего. Ну, какой-то такой, блин. Больно целенький, что ли, он. И дальше Фоч, по-моему, такой же. Ну, я вчера, короче, графонит настраивал. Вот, посмотрел, что как. Ну, Фоч неплох, но, опять же, ну, погните вы эти хрени-то, ёптить. Это же все, блин, очень в глаза бросается. Вот толщина вот этой брони просто поражает мое воображение. Это, наверное, не от пуль и осколков защита, наверное, а от пыли, чтобы колеса были у танка чистые. Ну вот, танк неплохо нарисован. Вот почему вот этот танк такой красивый, блядь, а французский такое говно. То есть, посмотрите, ну цвет правдоподобный такой, желтоватый. Я, правда, не знаю, где на этом танке собиралась Англия воевать. Она там, не знаю, наверное, Египет завоевывать планировала, потому что, ну, Англия это, блядь, страна... Туманный Альбион, там леса, дожди, и тут танк, ёпта, желтый будет ездить.
Я, возможно, точно не помню эту историю, но, по-моему, у французов в Первую мировую войну в форме были ярко-красные штаны, короче. Генералы говорили, типа, там, ну, молодые, короче, типа, военные говорили, а давайте поменяем цвет формы, нас, говорит, ебашат днем и ночью на поле, блядь, в туман, в дождь, просто видят наши эти штаны, блядь, и стреляют. А генералы, короче, старые говорили, не, нихуя, вы чё, это ж, блядь, деды воевали, ёптать, и вы будете воевать, это ж традиция, да, там, похеру, что... Деды еще камни там, наверное, из пращи метали, а сейчас уже стрелковое оружие ввели. Но хрен его знает, может он в реальности желтый был. Был же у Бондарчука в фильме «Розовый танк». Почему Wargaming желтого танка быть не может? Ну вот, вот, облагородили 50Б. Когда я из игры уходил, у него здесь были красные огнетушители огромные. Вот, а никаких канистр, ничего такого не было. Палатку теперь экипажу дали. Палатку, топор и веревку. Вот, ну да хрен с ним, короче, ладно, прежде чем в бой зайду, лишний раз напомню, что я уже 2 года не играл в World of Tanks, до этого ступил в скилл картошечника в улитках, короче, у меня никаких модов на этом клиенте нету, да, я не играл уже давно, поэтому я сначала на 57 хэвики, пожалуй, скатанусь, вот, на загрузках, походу, видос здесь зависает, я не знаю, пишет бандикам или нет, я буду вырезать, короче. На всякий случай, короче, запись решил устанавливать. Ну так вот, значит, начну в первую очередь повествование своей, что мне не нравится в World of Tanks, с того, что мне не нравится абсолютное большинство карт этой игры. Действительно, они абсолютно ужасны. Те люди, с кем я играл когда-то во взводах, постоянно становились свидетелем того, что когда я видел, в какую карту нас забрасывают, выдавал фразу типа, о, карта говно. И действительно, большая половина карт здесь просто непригодное говнище. Я не знаю, почему они до сих пор не уволили ландшафтных дизайнеров и не наняли более толковых пацанов. Может быть, дело в том, что механика игры такая. Но вы только задумайтесь, короче, над следующим. С самого начала игры людей World of Tanks дрессировали ехать в одно и то же направление. Делала это арта, да, то есть первое, что ты запоминал на каждой карте, это места, где тебя арта не достает. То есть ни места обхода, ни места объезда, ни выходы фланг. Ты первым делом запоминал, куда, сука, не закидывает чемоданы арта. И в итоге, значит, на каждой карте образовываются 2-3 таких места, да, не направление атаки, да, я уж молчу про то, что на половине карт здесь вообще невозможно атаку толком развивать, потому что Wargaming очень любит политику карманов различных там камней, то есть, ну, на каждой карте есть такое место, где начинается какая-то стрельба из-за поворота, из-за угла, друг в друга, перестрелка, то есть, вот как, например, здесь, на этом утесике, вот сейчас до угла доеду, там будут враги нас ждать, короче. Ну, что это такое? Светляк дерзкий. Вот, но враги там все равно будут стоять. И в итоге что? В итоге игра, каждый раз, играя в World of Tanks, на картах на этих, ты едешь, ну ладно, не буду тыкать, игроки едут в одни и те же места, и там воюют. Раз за разом, одно и то же, в одном и том же месте. Они начинают друг друга ромбовать. Те, кто первые выехали, скорее всего, начинают дико сливаться, если их не было такой толпы для раша, да. Они вынуждены выезжать под арту, да. Каждая команда, то есть, вот, стоя на таком изломе карты, норовит выманить противника под арту. Но противник тоже зачастую не дурак, под арту не едет. Но благо, что в варгейминге... Олени не мамонты и никогда не вымрут, арта получает свои печеньки. Вот сейчас, например, наши поехали. Сейчас, смотрите, начнет арта закидывать сюда по ним. То есть каждый бой, на каждой карте, у каждого, сука, человека. О, пожалуйста, первый пошел. Вот, на каждой карте каждый человек для себя запомнил одно место, да, максимум два. Второе. Как ему жопу не оторвало, я не понял до сих пор снарядом. Видимо, сплэш у арты порезали с тех пор, как я ушел. Потому что был бы ваншот пару лет назад с такого выстрела. Причем двойной, наверное, его и меня. Вот, и на каждой... Блядь, не дают мысль закончить, короче... На каждой карте каждый человек знает одно-два места, и видя эту карту, он инстинктивно едет на эти места, причем зачастую даже неважно, на СТшке он играет, на тяжелом танке, да, для ПТ там на каждой карте есть место, да, там, допустим, вот в рудниках хорошо заметно, да, на карте рудник, по-моему, называется, где шишка в центре карты, короче, что у них ПТ стоят за кустами на базе, блядь, у нас там ПТ стоят еще где-то, доходило до того, что арта в боях, не дадут соврать те, кто играл в картошку, арта начинала стрелять наугад по кустам и реально делала на этом фраге. То есть
сами, блядь, люди уже знают, в каких кустах и кто стоит. Понимаете, до чего эта игра дошла? Я уже, когда писал видео по World of Warships, сказал, да, что людей тут в блох превращают. Знаете, да, если блоху посадить в литровую банку, блоха больше никогда не будет высоко прыгать. Типа того, там, ну, какой-то такой эксперимент, да, я уже... О, какой на ходу. Короче, задумайтесь, что каждый бой вы видите, как вначале светляки едут в одни и те же места, арта сводится в одно и то же место, тяжики едут в одно и то же, там, в кишку, там, в ухо, да, за гору, там, в этом, на карте, на зимней, как она тут называется, хочется Финляндии назвать, но Финляндия это не здесь. Вот, короче, и все одно и то же. И раз за разом у людей, считайте, 40 тысяч боев, да, и все, каждый раз, каждый бой одно и то же. И при этом тут проводятся какие-то киберспортивные чемпионата. Как можно проводить по такой игре киберспортивный чемпионат? Я вообще не понимаю киберспорт, но это ладно. То есть я его и в Counter-Strike-то не очень понимаю. Counter-Strike вообще недалеко ушел от World of Tanks или World of Tanks от Counter-Strike. Там тоже три направления. Люди бегут в одни и те же места. Пиу-пиу. Вот World of Tanks это первая, наверное, игра, которую начали сравнивать в открытую с... Говоришь, это Counter-Strike только на танках, грубо говоря. Я думаю, что вот именно вот это знание карт, это одно из этих... Из таких причин. Я уж молчу про то, что карты говно, а такие как Камарин или там этот Прилив, по-моему, карта. Ну, ее переделали, я не знаю, насколько успешно, потому что я тогда ушел. То есть, заходишь в бой, 15 минут, все стоят в кустах, в итоге, сука, ничья, у них два светляка умерло, один, у нас один танк. Или на последней минуте какая-то команда начинает рашить. То есть, доходило до того, что люди, в частности, мы с корешем, когда играли, либо топились в море, либо, не знаю, сворачивали окно, начинали кино смотреть. Ну, это стандартная фигня. То есть, когда в боях люди сворачивали окна, начинали анекдоты в чат писать в кустах на малиновке. Это просто жесть. И разработчик вообще ничего с этим не делает. И причем игроки этого не замечают. И им если не скажешь, что ты 40 тысяч боев делаешь одно и то же в этой игре, в одних и тех же местах причем. Причем в одних и тех же местах. Это, блядь, уму непостижимо. Причем в War Thunder тоже карты вроде не особо такие оригинальные, но там в одном и том же месте можно воевать очень даже по-разному. В основном потому, что арты не надо бояться. А здесь именно боишься арты, боишься вылезти. Ну, у всех свои причины, да, но главное, что вы себе пометочку сделаете, что я насчет вот этой херни 100% прав, что на одних и тех же картах, блядь, в рандоме все время едут в одни и те же места. Так, на чем бы следующий-то боец катануть? Ну, мне вообще не кажется, что в этой игре наиболее оптимальная техника американская почему-то. Не знаю почему. Но я заметил, что ИСУ 7-го пушку понерфили, да? Раньше только у Мауса пушка говнище была, а теперь у ИСА 7-го такое же говно. Со мной часто начинают спорить, и даже в комментах пишут, как у Мауса пушка говно, 12 секунд перезарядки, 490 ебать копать дамага, обоссаться можно, ну, блять, открой ты, посравнивай, хотя бы ДПМ посмотри, да, ну, на 140, на 200 дамага в минуту, но у Мауса, сука, меньше, у него худший пробой вообще из всех, наверное, ну, у Е100 только базовым снарядом хуже, я не знаю, вот, дамаг у него теперь, ну... Такой, ну, 490. Ну, как у ИСА 7, да, ИСА 7 понерфили, да, лишь бы мышку не апать, короче, решили ИСА 7 запустить. Да, там у ИС 4, там 440 дамага сейчас, да, я заходил, смотрел. Но он, у него, блядь, и скорострельность 5 выстрелов, а не 4 в минуту. Ну, вот, у барабанщиков 400 дамага, но у них-то, у них барабан, они в жопу тебе столько накидают. У Т-110,5, вот у этого тоже 400 дамага, очень мало, но 6 выстрелов. Как бы, ну вот смотрите, допустим, 440 дамага из 4, но 5 выстрелов. Или Т-110, 400 дамага, но 6 выстрелов. То есть, если посчитать дамаг за минуту, то Маус накидывает на 400 дамага меньше, чем Т-110. Ну что, это трудно что ли сравнить, твою мать? Ну, во-вторых, если кто не помнит, да, я-то дедушка этой игры. Я помню еще, в чем была фишка-то немецких орудий, когда были только совки да немцы. Ой, простите, Советский Союз Социалистических Республик и немцы. Всех так бесит сокращение, да, я согласен, оно звучит неуважительно, но лично я... Глубоко уважаю Советский Союз и сокращаю только для скорости, потому что не хочу сделать многочасовое видео, как бы, вот. О чем я говорил? А, ну так вот, преимущество немецких пушек было в чем? Вот, кстати, видите, опять все едут сюда. Я по старой памяти сюда еду. Я даже вот чисто механически, я не задумываюсь о том, да, что надо поехать вот туда-то, встать от арты. Я просто помню, что я всегда сюда ездил, я сюда сейчас приехал машинально. Вот, короче, пушка от немецкой. Немецкие стволы отличались всегда
точностью, мазафака, тем, что советские стволы были косые, просто как дедушкина берданка по сравнению со снайперской винтовкой Драгунова, да, как у немцев. И вот, а потом вышел волшебный патч, который, по-моему, порезал максимальный разброс орудий у всех и в игре, вообще у всех. То есть, да, и немецкие, вот это немецкое преимущество в точности, оно нивелировалось, потому что все стали точными. Ну, посмотрите сейчас, как Т-110 мой шкиляет просто белки в глаз, блядь, на другом конце карты. Вот, и мало того, еще же мышку-то арта очень любила по сраке ей набрасывать. Ну вот, и арте тоже точности добавили. В итоге по маусу арта стреляла так, что, я не знаю, там промахнуться было, наверное, сложнее, чем попасть. Потому что, ну, маус-то он самый огромный, да, даже епошку этого ввели, и маус все равно, по-моему, больше. Маус весит тяжелее. Вот, короче, и маус, ну, просто вообще ни о чем. Потом, короче, вообще сербо-голда появилась, да. Говорят, ой, зря там, короче, этот, стали, короче, голду за серебро зря продавать. Ну, давайте проанализируем, да. War Thunder как бы выпустил танки. У них там вообще любые снаряды, никакой голды, да. Все снаряды всегда за серебро. И подкалиберные, и камерные, и там какие хочешь, кумулятивные. Не вращающаяся эта ракета последняя. Вот, они как бы, ну, и как получится, да. Вот как это будет выглядеть. War Thunder все снаряды продает, сука, за серебро, а Wargaming жилит, короче, и под калиберы продает за золото. Ну, как бы на форуме бы олени и Алёши бунт бы устроили, понимаете, потому что, ну, им-то эти снаряды не мешают, это их единственный шанс вообще что-либо пробить. Вот, кстати, один чувак обиделся недавно, говорит, я Алексей, а чё ты, Алёша, типа Алёши, звучит оскорбительно. Объясняю, блядь, что значит Алёша в World of Tanks. Дело в том, что все школьники, шкальцы, может, там кто постарше, очень любят ник Алекс. Причем Алексеи и Александры очень распространенное имя, и они считают, что сократить там Алексей или Александр, да, Алекс, это не въебаться как оригинально. А, ну, команда занимается привычным делом, сливается, короче, сейчас я тоже сольюсь. Вот. И вот, и поэтому, короче, развелось огромное количество Алексов, которые играют просто как крабы, и в итоге в топовые кланы, да, в тузы я хорошо помню, что с ником Алекс не брали, даже если у тебя там стата, как у Господа Бога. То есть, ну, не берут и все, не хотят они, чтобы в клане были Алексы. Алекс стала синонимом просто днища. Ну, вот, допустим, сейчас у нас команда из Алексов состоит. Вроде как я слился, а вроде как по дамагу я все равно буду в топе. В топ-5 буду точно, если не выше. Это при этом, что я 2 года не играл, но это уже как бы следующий пункт моей предъявы. Я его потом на сладенькое оставил. А пока все-таки договорю насчет патчевой политики, да, насчет обновлений World of Tanks. Но я все это говорил уже в видео про World of Warships, короче, да, кто захочет, там может там то же самое послушать. Короче, Wargaming умело манипулирует все время балансировкой техники, да, он какую-то технику режет, какую-то апает, там, новая техника, если в игру входит, то она всегда переапанная, она всегда нагибает, чтобы люди как бы бросились прокачивать новую технику, да, ну, вкладывали в премиум аккаунты, там, в перевод свободного опыта. Вот. По премиумной технике очень хорошо это видно. Сначала там ввели китайца в игру, да, этот Type 59. Он начал дико рвать, нагибать, привозить владельцам много серебра и радости. В итоге очень много людей купило Type 59, потом его взяли и порезали. И ввели в игру Леву, новый премиум танк, на этот раз тяжелый. То есть Лева стал дико рвать жопу, а китаец перестал вообще практически что-то мочь сделать, да. Ну, очень сильно его порезали по сравнению с тем, каким он был. Вот, люди пошли, купили Леву, потому что китаец для большинства крабов стал неиграбелен, на нем деньги невозможно стало привозить. Вот, ну и потом и Леву порезали, стали говорить, что Лева говнище, что-то другое привезли. Так, на чем? На Паттоне. Что-то не очень как-то хочется. На СТ-шках. Ну, может, на ПТ-ха катануть, а? О, соточка, точно. Вот на чем давно нигде не ездил. Ее нигде, кроме Wargaming, и нету, наверное, потому что.
Вот, и не всегда понятно, например, Wargaming режет или апает какие-то танки, исходя из финансовых соображений, либо тупо не понимают, как игра должна быть устроена. Это тоже непонятно, потому что, ну, помните, да, ввели СТшки 10-го левела, на ТТхах играть перестали, потому что СТшки стали рулить. Потом ввели ПТшки, пол команды из ПТх было сделано там, да, там порезали арту, там, когда стало пол команды на арте играть. То есть Wargaming всегда говорил, что они принимают решение о нерфе или апе техники, исходя из статистики. Но с кого собирается эта статистика? Не с какого-то избранного круга людей, которые умеют играть эту игру, а со всеобщей статистики. То есть неважно, что безрукий долбоеб может играть на ИСе 7 и портить статистику так, что 10 пряморуких людей потом ее не выправят. То есть все равно, то есть будет считать, что ИС-7 там, пусть, допустим, ну танк норм, резать не надо. Хотя, когда в игре был только ИС-7 и Маус, ну понятно, понятно, да, что и семерка Мауса-то чпокала, а семерку чпокать было некому, потому что тогда еще не было ни ПТ-10, ни СТ-10. Вот, к тому же Wargaming очень хитрожопо режет танки, то есть вроде незаметно, вроде ничего не отрезали, а такой пиздец начинается. Помните, короче, как французов резали после того, как все выкачали топ, да, MX50-120, MX50B, просто танки рвали все живое, первые барабаны игры, по-моему, да, они были. Вот, и в патче Wargaming начинает нерфить, короче, что понерфили, да, время разрядки барабана, то есть, да, между снарядами, время зарядки барабана, срезали 200 250 жизней, и что самое херовое, срезали углы наводки. То есть, ну все по мелочи там. Там секунда, тут там 150 жизней. А в итоге танк превратился в такое говнище, что ствол не опускается, блять. Ничего на нем нахуй никого не убить. Сам ваншотится ибо картонный фугасами. И просто на MX50B перестали люди играть, потому что MX50-120 был почему-то лучше, чем... То есть танк 9-го левела был лучше и сильнее, чем танк 10-го левела. Пенсионеры World of Tanks не дадут мне спиздеть, так оно и было. Вот, и потом в итоге, и причем нерфилось все под, типа, под историческим ТТХ, типа французы нам прислали чертежи MX50B, мы посидели такие, подумали, поняли, что что-то мы наебались, что ствол опускаться так не должен, короче, нерфим. Потом через какое-то время MX50B решили апнуть, угадайте, что ему вернули. Правильно, снова углы наводки. Видимо, французы снова прислали чертежи, блядь, посидели, подумали, говорят, нет, ствол все-таки должен опускаться, заебись. Вот, как бы, и просто вот эти качели вечные, и только из-за этих качелей, я думаю, что у меня полный ангар сейчас техники стоит, то есть, пытаясь, знаете, угодить клану там, да, нужную технику вкачать, то, что в кланы. Ну, как узнать, как определить, простой, легкий способ, подсказываю, как определить, что техника говно и качать ее не стоит. Заходите в роты, очень боюсь сказать слово в роты, блядь, на в рот похоже. Блин, сейчас что-то окружили, короче. Сбивают с мысли. Короче, заходите в... Ну, опять, кстати, вот опять я, блядь, запизделся и приехал в то же место, куда я всегда ехал на тяжах на этой карте, чтобы арта не закидывала. Короче, заходите в роту, да, последних левелов и смотрите, какие танки туда берут. Если не берут какой-то танк, значит, это танк говнища, потому что роту собираются, ну, стараются набрать как можно более сильную, чтобы шанс на победу повысить, да. Поэтому, если туда не берут Маус, значит, Маус говно. Не берут Е100, значит, Е100 говно. Но, ну, улавливайте логику, да, если берут батшаты, блин, если берут одни батчаты и Т-62, значит, нахуй не надо качать японца 10-го левела, блядь. Не надо качать леопарда, Е50М не надо качать. Вы на нем, кроме рандома, нигде в итоге не поиграете, потому что, опять же, в клан Вары и роты эти танки не берут. И такая херня происходила в Wargaming просто вот все то время, что я в него играл. Все там 3,5 года, они постоянно что-то резали, что-то нерфили, что-то апали. Это уже просто в легенды вошло, там, великий белорусский баланс, наверное, там, не знаю, как его стали называть, на уровне с великим белорусским рандомом. То есть, белорусский... Не, ну как-то это стали называть, что-то белорусский баланс. Они там то когда-то ровно команды распределяли, то есть, вам две арты, вам две арты, вам три ПТ, вам три ПТ. Потом и это не стали делать, потом стал у этих там ПТ до хрена, у этих танков больше, короче. То есть, постоянно, я не знаю, вот и вот эта херня, вот реально, вот все время это здесь происходит. Даже, наверное, очевидно, что по сей день, потому что что-то арты я в этом бою не вижу. Наверняка опять что-то порезали.
Ну и наиболее, наверное, самая такая легендарная черта Wargaming — это их игроки, короче, это их комьюнити, о которых по интернету, по всему миру, я уверен, легенды просто ходят, потому что, ну, World of Tanks — это очень простая игра по сравнению там с тем же War Thunder. Просто World of Tanks — это как лапать, не знаю, в сравнении там с бутсой там, блядь, современного футболиста, я не знаю, из ультралегких шипов. То есть, ну просто, я не знаю, ну элементарщина, то есть, и все равно люди, попадаются такие крабы с тата, 500, 400, 700, ну, полезных действий, блядь, 38% побед. То есть, даже в такую игру люди все равно, основная масса, все равно с ней ни хрена не справляются. Зайдите, посмотрите мое видео про World of Warships. Там команда из людей на кораблях 4-го левела просрала бой ботом, блядь, ботом проиграла. Это, бля, вообще невозможно. Невозможно, блядь, себе представить, чтобы человек, сука, человек снова стал проигрывать компьютеру, блядь. Гарри Каспаров там компьютер обыграл, блядь, поднял планку. Пришли, блядь, олени World of Tanks, проебали ботом тупорылым, блядь, из кораблей, пиздец. Еще и в такой игре для слоупоков корабли, там ни реакции, ничего не надо, ни мозгов, нихуя, все равно проиграли. Это просто невероятно, как Wargaming, ну, казалось бы, да, ну, потому что, вероятно, это первая игра, танковая игла, да, там, не знаю, все подсели. Ну почему столько, блядь, раков-то вообще, которые ни хрена не могут ни ездить, ни стрелять? Это просто уму непостижимо, да, и кумиры у них тоже соответствующие, да, там, то есть, ну в какой еще игре там, да, топовый, как это сказать, ну тут вододел, но топовый гайдер или летсплейщик — это тот, кто, блядь, делает моды для игры, да, вот Джофф, блядь. Ну ни в какой игре больше, да, ну, блядь, ну я хуй знает, может где-то есть какой-нибудь пиздатый летсплейщик, блядь, Counter-Strike, который с Валхаком играет, например, а? Просто я не понимаю, если... вот эти все вододелы, они такие папки, блядь, не в рот ебаться, то зачем им пропатченный клиент? Какого хрена, блядь, вообще Wargaming разрешает какие-то моды на эту игру ставить? Вот в гайджинах никаких модов для клиентов я вообще не нашел. А здесь изначально прицел, блядь, с временем перезарядки там, нахуй. Для арты там прицел с временем полета снаряда. То есть все для дебилов сделано, и все равно нахуй никто не может, блядь, играть нормально. Белые трупы, короче, вся вот эта борода. И вот эти вододелы, они все вот, у них клиент полностью пропаченный. Но если ты считаешь, что ты такой классный игрок, а все остальные раки, зачем ты увеличиваешь свое преимущество? Показывай то, как ты выруливаешь на чистом аккаунте, без всего. Но нет, главное, уж кольцов из картошки, да, у тупеньких, главный герой — это тот, кто делает им, сука, моды, с которыми им играть полегче. Ну пиздец, ребята. Не стал, короче, даже бой тут досматривать, зато сейчас вот на этой карте я вообще никогда не был, тем более на ПТшке на своей я чуть-чуть вундервафлю не докачал. Вот, я не знаю, короче, куда на этой карте ехать, поеду куда голоса глядят и сорвусь, сорвусь. Ну, видео, потому что надо заканчивать, и заканчивать вообще на самой высокой ноте, короче, чтобы подчеркнуть общую колхозность, короче, до сих пор модели повреждения в танках, в World of Tanks. До сих пор у них тут полный дамаг проходит по люкам выпирающим, по приборам наблюдения, блядь, по всякой херне. То есть тапочек пробивается в оптику с полным дамагом, Т-110 пробивается в ведро с полным дамагом, КВ-5 в сиську, блядь, и так далее и тому подобное. Т-95 в лючки, на крыше, все это с полным дамагом. В то время как даже танки от Mail.ru Armored Warfare, находясь на стадии закрытого бета-теста, даже там уже сделали так, что дамаг в люки, во всякие, в оптике и прочие вот эти упомянутые места, там дамага проходит ровно треть, если ты стреляешь в эту херню. То есть это надо там только чтобы добить какого-нибудь врага, у которого сотка жизни осталась, да, потому что вместо 300, выстрелив в люк, ты нанесешь ему только 100. У Wargaming до сих пор вот эта херня, она не обдумана, не исправлена. Ну, то есть, ну, подумайте, ну, что значит там вот это 220 там миллиметров брони, да, у тапка, по-моему, в носу. Может, больше, может, меньше, мне насрать, на самом деле, сколько ее там. Но нос у него очень толстый, да, тапок не должен пробиваться. Ему и так от жизни досталось, у него башня, блядь, на жопе стоит. Вот. И его, сука, пробивают в оптику, блядь, с полным дамагом. Это просто вообще, это слезы и боль в жопе. Бедные немцы, господи, америкос, только вы представьте, Т-110, каким был бы имбой, если бы в ведро ему только треть дамага прокатывало, да? Ну, стреляйте в нижний лист, там хоть нормально все. То есть, ну, для танка это повреждение люка, сука, не смертельно. Почему полный дамаг-то проходит?
Я вот как в Armored Warfare увидел эту фигню, да, что в люк там треть дамага, я сразу призадумался, думаю, а что Wargaming'у мешает вот так вот сделать? Ну, во-первых, все придется заново перебалансить, да, потому что, ну, как бы они не учитывают того, что все стреляют на голде, и все друг друга пробивают абсолютно в любые места с высокой очень вероятностью, что, в принципе-то, блин, в ведро 110-му стреляют только в клинче, да? Но клинч для этой игры имеет особое значение. Это уметь клинчевать, это одно из, наверное, таких очень важных моментов игры. Вот я говорил, да, что улитки, допустим, что когда играл в War Thunder, что для того, чтобы хорошо играть в Wargaming, надо уметь кружить, надо уметь клинчевать, то есть надо уметь вот эти вещи. В то время как в War Thunder надо иметь глаза, чтобы врага разглядеть там и потом еще на глаз прикинуть и выстрелить. То есть это единственные две вещи, так, ну, которые в ум пришли, да, там, чтобы, ну, чтобы там нагибать, грубо говоря. Ну, речь сейчас идет, разумеется, про реалистичные бои, да, где без маркеров, без ничего. Картошечникам наверняка трудно представить, как эта игра, когда не видно, где враги, когда свети, не свети, их не видно. Вот, очень, на самом деле, хардкорно и непривычно после картошки там было. Блин, я что-то вообще ни хрена не пробил, что ли? Ни хрена не понимаю эту карту, короче. Здесь в середине карты излом, да, за который, видимо, очень страшно переваливаться, потому что стоят сзади ПТхи у нас там, танки стоят, то есть, как только ты вываливаешься на возвышенность, тебя начинают пробивать, но вот они набрались все-таки храбрости, короче говоря. Ну, сейчас меня сольют и видос я закончу, потому что, ну, в сон, честно, клонит. Не потому, что игра плохая, время позднее, поздно сел записывать, поздно осенило, что надо мочкануть видосий. Но так, для престижа накидаю сейчас куда-нибудь пару плюх, в основном, блин, по автоцели какой-нибудь. Что-то они очкуют, не едут забирать. У них еще вообще, у них вся команда очкуны, смотрите, еще все 15 человек живы. Вот в такие моменты я тоскую по ваншотам из улитки, блин. Ну, должен же он сдохнуть был. Выстрел в бортяру, вы что? Как днище, сука, на ПТшке перестреливаюсь на картонной. Вон, по мою душу, походу, едет. Батик, давай, падла. Блять, вот то, что сейчас случилось, это, конечно, вообще пиздец. Я даже замедлю, наверное, да, ну, то есть прицел опустился, когда танк выехал, да, но, видимо, я не туда целился, куда я думал, в итоге я выстрелил, но хотя бы попал ему в гусеницу, да, из САУ, в этой САУ 550 дамага, насколько я помню, это противотанковое орудие, выстрелил и даже гусеницу ему не порвал, то есть французскому танку, который из фольги сделан, просто по... Хуй. Это просто, я не знаю, то есть я сразу вспоминаю, как у Wargaming модули поглощали урон раньше, вот год-два назад, если выстрелить СУ-4 в лобешник, да, в купюроприемник, то есть мехвод контужен, дамага нет. Шли на форум люди, спрашивали, а что за херня такая, и им говорили, ну, мехвод поглотил урон, охуенно вообще. Тело механика-водителя остановило, блядь, снаряд бронебойный, вообще супер. Я бы хотел, знаете, чтобы какой-нибудь чемпионат Wargaming, да, там какая-нибудь живая сталь, или как они это называют, чтобы финал, финальный бой просто этого чемпионата закончился именно вот такой ситуацией, когда осталось два противника, блять, один выехал из-за камня, второй выстрелил ему в борт, нихуя ничего не нанес, ни гусню не порвал, и его убили. Мне кажется, что, блять, этот чемпионат в таком случае закончился бы нахуй массовой дракой просто, блять, потому что, ну просто я не знаю, короче... Не знаю, если, короче, вы фанат картошечки и досмотрели это видео до конца, можете написать, что думаете. Если вы не фанат картошечки, можете написать, что думаете. Вообще, если вы умеете думать, можете что-то написать. Короче, ладно, все понятно. Пишите, жмите, все дела. Adiós, amigos.